страхом Божиим и верою приступите. Благословен ты, Господь, Господне, Господь Иисусе. Молимся, сейчас не верую в Господи, исповедую, как ты есть во Иисусе Христос, Сын Бога, живаго, пришедший мир грешный спаси, от них же первый есть мазь. Еще верую, я косе сам мое пречистое тело твое. И самая честная кровь, то молюсь оба тебе, помилуй меня, прости меня, все прегрешение мое, вольно, невольно. Я же словом, я же делом, я же ведением, не ведением. Исподоб меня суде на причастицу, причистый твой танец. Во восстановление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечере твоя тайна, не сыне Божий, причастниками опрями. Не во врагом твоим тайну поверь, мило б занят тебя мне, Иуда. Ну-ка, разбойник, исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или в осуждение будет мне причащение, причистое Твое тайное новое исцеление души и тела. Аминь. Причистое тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается. У нас Мария, да? Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Божественным, бессмертным и животворящим тайном, соблюди
на святой святыни, весь день поучайтесь о правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прости, прилича божественных, святых, причистых, бессмертных, небесных, настоящих, страшных, христовых, тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Спасивши сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господи. Наши Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй, благослови, чети, Господи, свечай, зачем уповающий, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполни церкви Твои, сохрани свети, любящие благолепие дома Твоего. Ты тех вовечника, но достоин мне приобщиться святынь Твоей. Благодарю Тебя, что меня недостойно причаститься, причистой Твоих и небесных даров Ты удостоил. Но Владыка человеколюбец ради нас, умерший, воскресший и даровавший нам эти страшные же творящие Твои таинства, в благодеяние освящения душ и тел наших, сделай, чтобы они были мне в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, в просвещении чьей сердца моего, мир душевных моих сил, веру твердую, любовь неизмерную, в исполнении мудрости, в соблюдении заповедей Твоих, умножения божественных и благодати Твоего царства, приобретения, чтобы сохраняемый имя во священии Твоем. Я всегда помню милость Твою, жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки, благодетели, таким образом, выйдя из вечной жизни, надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанных глаз празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинная цель стремления и неизъяснимая радость любящих Тебя. Причастники, слушай, благодарствуй молитвы, молимся, благодарим Господа. И Тебя воспевают все творения во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение причистых и жетворящих Твоих таинств. Молю же Тебя, благой человек, любимый, сохрани меня под кром Твоим и тени крыльев Твоих, и дай мне чистую совесть до последнего моего вздоха, достойно причащать со святынь Твоих прощения грехов и жизнь вечную, ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и Тебе славу высылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давший пищу мне плоть твою добровольно, ты огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой, прояви лучшие члены тела моего, все суставы, внутренности в сердце, и сожги тернии всех несогрешений, душу, очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств. Сего меня пригвозди страхом пред тобой, всегда защищай, храни и береги меня от всякого вредного для души дела и слова, очищай, омывай и устрояй меня. Украшай, разумляй и просвещай мне, яви мне Твою обителю единого Духа и уже не обителю греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия всякий злодей, всякая страсть, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя Тебе представляю всех святых начальников, воинств бесплотных, предтечи Твоего мудрых апостолов, и сверхи Твою непорочную, чистую Матерь, прими их молитвы, милосердный Христос, мой Сыном Света, соделай Твоего служителя. Ибо Ты единый благое освящение, также сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне жизнь вечная, кровь Твоя драгоценная, прощение грехов, да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье. Страшное же второе пришествие Твое, сподоби меня грешника стать справа от славы Твоей, по ходатайству все чистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помрачения моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя, благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойную стать Владыко, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим.
и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст твоих, яко же светлость огня воссиявши благодать, вселенную просветение сребролюбия, мира и сокровища снизка высоту нам смиренно мудрее показа. Но твоими словесу наказуя очи, а не златоусти, моли, слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу от небес, приялась и божественной благодати твоими устами, вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, и ани златоусти, все блажений преподобнее. Достойно хвалим тебя, сибо наставник, как божественный, являя ныне и присный во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Творцу не приложено, не презрев грешных молений глаз, и на предвореха, благая на помощь нас верно заущики. Ускори на молитву и почисти на моление предстательствующее, присно Богородице, чтущий христиан. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую бесравнение серафим, без истления богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Именем Господним благослови, Отче. Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!